have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Привет-привет. Всем доброго времени суток. Мы в нашей темной, тесной субмарине и будем сейчас идти в новый биом, насколько я понял. Давай, Кэп, тебе слово. Так, хорошо, получается, нам в прошлой серии не хватало репутации. Я пришел, ну мы приплыли на ванпост, захожу к управляющему. Он, короче, оказался тем еще коррупционером, мы ему сейчас заплатим и спокойно проплывем дальше. А какая цена вопроса? 2000 кредитов. Это дорого. Контент. Я понимаю, что конь, который тент, но, блин, ты же за что могли купить за две штуки? Основная проводка. 10 пачек снарядов для магнитной пушки. Но купили контент. Ну хорошо, поехали. Да? Так, а как на подлодку-то попасть? Я потерялся. Иди вниз, не ошибешься, только не ныряй. Так, стержни есть, в принципе, не должны тормознуть. Так, а что у нас по экипажу? Там никого просто не убивали, или мне кажется? Ну, у нас один трупак до сих пор валяется. Ну, мешок. Так. Погоди, кто, Альваро? Ну, кто-то тут мешок где-то. Сейчас понюхаю, подожди. У них... пахнет Ирвином Роком. Ирвином. А, то есть он больше уже не отображается у нас в экипаже, правильно? Да. А как нам утилизировать, собственно, это существо? Ну, я могу этот мешок за борт выкинуть, в принципе, пойти. Нет, а можно, ну, то есть как это предусматривается игрой? Я не знаю, пойду продам. А можно? Погоди, ну, где он? Ну, я его понес продавать. А, ты уже утащил его, черт. Ну, привет, вот и деньги возобновим, ну, вернем, наверное. Погоди, а реально можно продать труп? А, так, продать. Удостоверение личности, ну, вот это сейчас нет. Контент, а ты мне говоришь. Вот это контент. Куда ты пошел? В медицину его продавать? А, ты уже... Ну, задешево, конечно, ну ладно. Ну, соточка. Или подожди, стоп. Может, ты просто мешок продал, тебе сейчас труп вернут? Зачем я это сделал? У меня от Ирвина рука кое-что осталось. Что, например? Рука? От Ирвина рука. Знаете. А, синяк, ушиб, но ничего не сломано, пофиг. Так, а почему у нас провода торчат здесь? Да иди, я здесь инженер. Отойди, циркач. Сам понял, какой. Так, я думаю, плыть отсюда. Аптека у нас запасена? Компонт. Да, ну вроде бы. Сплитинг вунс, нет, мне это не надо. Чем там все эти ушибы лечат, стой? Да нормально, нифига не торчит, ты мне врешь. Не вру. Обманываю просто. Все присоединено. Так, ладно, мы отплывали из Новой Москвы, сейчас мы поплывем в Маск. Илон, наверное. Да, много деловой сплиты и изобилие припасов. Поняли? Нет. Из-за чего? Ё-моё! Все, ничего не знаю, поплыли отсюда. А я там медицину выбирал, ну ладно. А ты труп вместе с мешком с этого или нет? Да, там только бейджик остался. Хорошо. Повесь, как вонючечку на зеркало заднего вида. Мах, ты его этот? Ты его в местный буфет отнес или что? Да, на этот. Пирожки с мясом. О, ачивочка приехала, Риджи. Отпусти меня. Спасибо. А что с подлодкой? Ёперный театр! Посмотрите наружу! Посмотрите наружу, посмотрите вверх! Оу. Чего, блин? Вкусно здесь. Ага. Я пошел пособирал, на самом деле. Я попробовал захавать это. Так, вот это? На. Слак, ты смотришь Тонар, да?
Угу. Давай, отключи мне. А каким образом мы оказались в новом биоме, не отплывая от станции? Мы были на КПП. Нас просто пропустили в другую. Смотри, смотри, слышишь что? Как будто что-то скребет когтями по корпусу. Наверное, воображение разыгралось. Ахаха, как смешно. Смешно. Чувствую, как тебе фокус? Вот эти вот твои фокусы, вот чем они заканчиваются, кстати. Ё-моё. Да ты врёшь, я отключил тебе сонар на 2 секунды, и то включил довольно давно. А мы что, куда-то уже в это или ещё не в это? Мы плывём. Ну, так уже в это, да. Ага. То есть, не, если мы плывём вниз, это не считается плывём, считается тонем, поэтому аккуратнее. А, ну тонем, тонем. А, тогда всё хорошо. Вот это выглядит, знаете, вот как рябь по телевизору. Кто-то еще помнит, что такое блин, телевизор? У вас там, наверное, очень красивые виды. Ну, неплохо, не жалуюсь. Да, очень красиво смотрю на этот, на пол, который надо заварить. Множественные цели, множественные цели. Да ну ё-моё, я полы завариваю. Сзади! Хочу чай с полами. Двоих разобрали, но, блин, что-то вниз ушло. Троих разобрали. Да нет, это говно! Страшнючая. Помри, пожалуйста. Вроде убил. Не знаю, убил, не убил, но надеюсь. Это то говнище страшное, которое способно разбить корабль в соло. Последний плавает у него. Вон, все. Наконец-то. У него хпшки мало было уже. Ух, я всю батарею ну, значит, высадил на тогда. Этом. Значит, я тогда не смог добить. Так, сейчас мы будем проплывать за зону повышенного давления, если нас разорвет... Мы на сколько там корпус укрепили? Достаточно, я думаю. Нормально. Так, это турбулентский поплыл. Ну, просто... Как бы зона турбулентности, тут очень сильные потоки воды. Уловить против них очень тяжеловато. О, цель погодите, спереди. У меня же... О, блин. Сейчас иду. У меня же сварочный аппарат. Это да, здоровые! Становись на заднюю пушку, они как раз у тебя. Понял. Так, это, ладно, это я продолжу. У меня пушка перегрелась, все. Бывает такое. Они все там у тебя, гаси их. Нужно остановиться. У виенов нет, я что, на советском танке? Нет. Подлодка. Они плывут к реактору. Они грызут к реактору. Грызут к реактор? Да. Давай покажи сюда, давай, так-то лучше. Я их не могу, не рельсотрону достать ничем. Так, еще одном зарядился. Двое без башки. Но один там все еще... ребят, но я их никак не достаю ничем, к сожалению. Там все на тебе. Я тоже. Так. Вроде отстал. 71 уровень управления подлодкой. Офигеть. Кто-то там настоящий про. Пойду, не знаю, у реактора стенку починю. Молох! Где? Ох ты, ё! Два! Что вообще происходит? Спереди, вверх. Смотри вверх. Я буду потихоньку заряжать пушку, потому что она мне так не зарядилась нормально. О-о-о! Вот это сейчас будет весело, да. Досадная подсказка. А мне и БКшечка скоро закончится, и энергии на пушке маловато. Мы тонем? Отлично. Я бы советовал вам костюмы пойти взять. Одного немного убили. Нет времени. Одного принеси, убили. Пожалуйста. Давай. Не тонем еще нормально. Ну, погружаемся стабильно. Не, я иду на наш этаж. Ага. Ёперный театр тут снизу воды. Но у нас насосы прокачаны, справляемся нормально. Супер. Слушай, судя по скорости погружения, мы нифига не справляемся. Не-не-не, это нормально. Сигма, я тебе костюм принес, иди чини. Чего? Блин, оно уже... Ай, ты ж твою за ногу. Где? Отдай! А, это мы на дно сели, нормально. Жесть, бот офигевший! Отдай костюм! Отдай костюм! О, с кайфом. Все, откачали нас? Хорошо. Отлично. Одного мы сняли, а второй я не знаю, где он там где-то наверху остался, но мы его хорошенько потрепали. Может, я его добил. Может, кстати, нет, да, ты его под конец мог и подстрелить, потому что по нему много зашло. Реактор сел. Пусть станет. Засел. Кстати, били они нам в крышу. Конечно, сказал, куда, на что он сел, но, пожалуй, не буду говорить. На то самое, да? На бутылочное отверстие. Да. Я кого-то сварил. Отлично. Суп.
Себе проснулся, нет, реактор Хорошо. Ой-ой-ой. Блин, мы, получается, от трех пачек уродов отбились, и еще остались даже патроны немножечко. Трех. Не, ну погоди, мелочь, нет, потом средние и потом крупные. Так этот, мелочь стреляющая убили. Мелочь еще одна, получается, мелочь кусающая, глава. Ну, кстати, да, мы от... А сверху цель, ребят. Ну вот это он последний, что? Второй, давай, встречаем. Возможно, мертв. Нет, цель мертв. Погоди, он тоже отображается. Ну ж... Этот, да. Вот, этот мертвый, труп. Этот мертвый, да. Этот труп, да. А, ну, значит, все, забираем он... его, будем хавать его в течение месяца. Да. Ищем второго. Я ловлю его пушкой, ловлю его пушкой. Нет, один снизу валялся, второй всплыл. Ага, кверху пузом, я понял. Давай делаем заставку 20th Century Fox. Сверху, сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть целей. Встречаем. Чего? Сверху так сколько? На 2, на 11, где? На 12. Ровно понял. 12, что там середины или... Ну, пока ничего не видно, на максимальном отдалении, но... 22 часа. Ну, ага, десяточка. 10. Слева, которая. Ну, да, все, поняли, спасибо. 10 и 22 не отличаются по направлению. Подтверждаю. Офигеть их тут! Мы успеем доплыть, ребят, я сейчас затараню это. Выплюнь пушку. Значит, прикроют. Самая гадость в том, что у меня тут валяется молотоглав, и я по ним стрелять не могу. А, так что, чувак с курткой бейнился? Давай, я побежал чинить. Давай, швартуй. Оп. С разбегу в телегу. Нормально, движ. Ну, фу. Как бы я просто опытный. А минуточку, а зачем, а почему, что мы сейчас достигли? Зачем мы мы КПП прошли. Мы не туда же приплыли, откуда выплыли? Мы теперь в новой зоне полностью. А, ну тогда нормально, тогда нормально. А, ура! А зона будет по-другому, это зона выставки будет по-другому выглядеть? Ну, тут этот. Ой, это вот это вот, как торговый центр, да. Угу. Шоппинг-молл. Ирма-бургер. Да! Опа! Блин, я бы себе на самом деле хотел подлодку, у которой спереди будет стекло, чтобы я смог осматриваться. Ну, кстати, это было бы круто. Не знаю, как это стекло выдерживало бы давление. Я только хотел сказать, давно тебя не было в уличных гонках. Ребят, кстати, знаете что? Ну? Мы, по-моему, немножечко пропустили хайп на Титане, да? Да. Да. И, кстати, на Баратрауму есть мод на Титан. Хотите прикол? Он же в моды на все игры выходили буквально за день, за два, еще до того, как их нашли. Титана в Баратрауме. Ну? У него настолько прочный корпус, то что как только ты отплываешь от станции, он сразу схлопывается от давления. Ну, логично, все как в реальности. Да, рельсы. Не, ну они там довольно долго просидели. Я помню, был, кстати, этот. Кто-то моделированием занимается, ребят, нет? Да. Что это? Ну типа, собираешь модельки. Собираешь модельки, клеишь, да, потом разбрасываешь. Ну, и тоже. Так вот, я когда-то занимался подобной штукой и немножечко иногда смотрел ролики подобной тематики, все. И, может, немножко не в тему, но я один раз видел модель для склейки подлодка Курск. Вот. И, короче, чел склеил, пошел в ванную, поставил ее в воду, и она легла на дно на ретучую, все как в реальности. Стойно. Ну, по сути. Ну да. Ну да. Отойди, сейчас я здесь буду клоунаду устраивать. Так, может быть перезарядиться, что ли? А как. Это пустой ящик. Ух ты ж. А это опасно, что тут пустые ящики валяются? Я так вот схвачусь, а он пуст. Ну ладно. Я так схвачусь, попытаюсь украсть, а там ничего нет. Бросят, уронишь. Так нет, ну мне перезарядить пушку надо. Они пустые, серьезно, 4 пустых ящика. Вы там не офигели? Самое время орать, где боеприпасы. О, не-не-не, вот этот пустой. В тех двух еще хоть что-то было. О, их надо будет достреливать. Мы просто сейчас сыграем в игрушку Wargame, и там под конец катки всегда боеприпасы кончаются.
А куда нам пустые ящики девать? Их можно как-то перезарядить, сдать, что-то с ними сделать? Отдать. Это мет. Ай. Я так, жопа короче... пол ударился, урон от этого получил, серьезно? Ну, она ж не мягкая относительно-то. Ну, он, короче, ящики в соседнем этом, они практически уже все. Вот тут вот на донышке осталось сколько там процентов? Когда мы 4... уже его съедим? Это 4%. Яйцо грязевого рафтера. Короче, ребят, выбирайте миссии с доставкой грузов или миссия с убийством. Резня. С убийством кого? Да, держи, кстати. С убийством матки Роя Ползунов. Ползунов. Так, ящики у нас сверху еще есть вроде как. Ну, давайте можно на Ползунов, наверное, что ли. Краулер Мадер. Так-то ее через это. Ой-ой-ой. 40 лет как под наркозом я работал говновозом. Ой-ой-ой. О-о-о. Сегодня новые стихи подвезли, я смотрю. Да нет, довольно старые. Ну все новое. Хорошо, забытые старые фигли. Вода. Что происходит? Нормально так. Я купался. Че нас в лужу бросило? А че вообще вода откачиваться будет, не? Ну она да, нет. Она уходит, но черт побери. Зачем ты мне это яйцо притащил? Ну, ладно. Будет еще одно. Надо дострелять. Смотри, эти вот смотри, ящики, смотри, смотри. Еще не. Я хотел показать топ пранков над капитаном и отключить ему сонар. Так, погоди, как оно? Ой, не то, подожди. Вот это! Это баян! Это аккордеон. Для баяна великовато, да и слишком новенькое. Раньше такого не было. Так, ладно. Интересно, кто там... У меня есть пара друзей баянистов, кстати. Типа всегда все, что рассказывают, уже было ли 10 назад? Нет, в плане музыкального образования. Ну, тогда неплохо. А, зона турбулентности. Я даже знаю, какая фраза их больше всего бесит. Какая? Нафига Казибаян? Чё? Ну, нафига Казибаян? Не шарю. У меня нет. В смысле нет, ребят? Это... Вы что, никогда не слышали это выражение? Нет. Ну, значит, ребят, я слышу. А, ну и хорошо, наконец-то. Не я один такой сумасшедший. Ну, это означает, зачем тебе это нужно? Ох, ё-моё, Слак, смотри вперед. Да, блин! Я знаю. Слак, я тебе даже сонар... Можете сонар переподключить, я не знаю, там не видно или что. Соединение плохое. Недостаточно, ты задолбал, не трогай. Не, ну вдруг тебе так лучше видно будет, потому что сейчас ты явно нифига не видишь. Я с фонарика увидел... кого раньше, чем ты с сонаром. Ну о чем? Я в телефоне просто сижу. В самом деле. Зачем же управлять кораблем, правильно? Согласен. Знаете, короче, какая штука? Сейчас же идет развитие этих автопилотов на тачках, да? Не надо. Нас сейчас сожрут. Не надо, где? Снизу. Достойно. Черт. Ладно, давайте сначала разберемся с теми, кто нас собрался же. А, гаси его! Спокойно. А, значит, снизу тусит? А, все, сняли. Два выстрела. Не тусят? Этого ну, я его немножечко почухал, рельсы. Да, и все, и оно пошло. Достойно. Ну, чисто не париться, сразу. Ну, еще есть, еще добить надо. Там этот... Давай! Ошметки да есть надо, ребят. Мы стали погружаться, их прижало к нам. Ну, зачем? Один сейчас попадет внутрь, он уже прогрыз. Я не могу из-за матки стрелять по ним. Сорян, я не могу ее скинуть с корпуса, к сожалению. Нет, надо подняться. Все нормально, сейчас я заварю дырки и этот насос начнут справляться. Не, ты не заваришь, они нас жрут снизу. Ну, они будут жрать, а я заваривать. Удачи. Так, мы всплывем сегодня? Нет. Я поставил. Поднимай корабль вверх. Я на всплытие поставил.
по-моему. А, у меня нет патронов на рельсе, черт побери. Их там 3 штуки, но их можно только с рельса достать. А где патрон на рельсе? Вот эти, они годятся, не годятся? Рум. Матка вниз ушла. Я понимаю, но... Где эти твари? Стой. Нет, она к нам обратно поднялась. Блин. Все, я понял, как это делается, извините. Ну как такое может быть? А если мы воду откачаем, оно сдохнет без воды? Нет, они что-то потом прыгают. Зараза, куда ты плывешь? Жесть, у нас тут, конечно, дыры такие, что можно наружу выплыть. Можно. А так они так и заплыли. Черт. А какая тварь меня с ними вместе закрыла? Меня смыло просто. Я тут, короче, с ними сражаюсь, раз за мной люк закрывают. Ну правильно, гладиаторские бои. Спасибо, блин, вот это команда мечты. Dream Team, да, все как есть. О, корабль заработал. Dream Team уехали в Америку, теперь это проблема американцев. Почему? В смысле, ну, Dream Team это команда мечты. Нет. Нет, вы просто эти, говные одни. А. Там вот эти, Даня Милохин, вот это вот. Без понятия, кто это, сорян, ребят. Это этот, без мамыш. И... Не мам, не это мам, прям... Прям... Не. Ну это кринжак. Создатель летейшего дегрот контента. Ну это да фиг с ними. Так, мы всплываем или где? Да. Мы, кстати, застряли в текстурах. Не. А, нет, все нормально. Я вот... Нужно просто вправо выплыть, тут просто невидимые текстуры, походу. Ух. Ну ты черт или чё? Или чё? Не, ходят тут, сонар отключают. Да ладно, я же включаю через секунду. Чё ты? Я все равно переживаю. А это все равно бесит, да? А куда эти трое делись? Вы их убили? А мне жопу зашивать, кстати, будет. Не, серьезно, а куда они делись? Я их съел с револьвера. А, окей, крутя. А, вон, вижу, вижу. Ну я твоих в этой, в камере. Да-да-да, твой в чембере. Угу. Так, ну я перевязался, в принципе. Вы из трупов этот повытаскиваете какие-нибудь инопланетные кровь и тому подобное. Ну, кровь забрал, да. Как нам это мясо отсюда теперь вытаскивать? Нам нужен кок на корабль. Я же придумал шутку. Ой, ребята, сейчас в телегу с разбегу. Ребят, сейчас в телегу с разбегу. Что ты, блин? Надо, дядя. В телегу с разбегу. Не попаду, кстати. Да, ё-мо. Давай без таранов. Оп-оп-оп. Я сразу лягу, пожалуй. Так, у меня инженерин левела не хватает, хорошо. Для... Куда? Да ну, я пытался что-то починить. Смотришь? А, шо-шо-шо-шо. Это Сигма, иди сюда, я бы тоже. Давай без таранов, я пока починю. Да, без таранов, я этот, в телегу с разбегу сейчас прыгать буду. Надо никуда прыгать. Ясно, тогда вот так делаю. Всё, ну... подождите, пожалуйста. Приготовили таблички, знаешь, давай, оценка. Ща-ща-ща-ща. Черт, я сейчас задохнусь, я в маске все это время был. Говно переделывай. О, у нас кто-то ранен, фига себе. Пофиг, вообще. Да, он пошел в этот, в камеру грызть этих типов. Танки, Россия, Барбарыс. Я был воодушевлен его храбростью и прыгнул за ним. А он меня там закрыл. Крутой. Отцам уплыл наверх и закрыл меня. Так, а у нас по боеприпасам все в порядке? А у нас я зарядил последнее, что было на этот, на рельсу. Там полная обойма, но это последние снаряды, стойка пустая. А во-вторых, нам вот эти вот пустые цинки куда-то продавать надо. Ты в маске, Пром. Я же ее только что снял, я просто думаю, что я задыхаюсь-то.
Я и снял до загрузки, но потом началась загрузка, и опять я в маске. Круто. У нас на корабле сейчас, после того, как мы отплывем, будет 7 этих снарядов. Новых, хорошо, понял. На рельсу. Вот, я же говорю, старые эти коробки надо куда-то деть, потому что просто валяются, бегаем, спотыкаемся. И они путают еще к тому же, и не знаю, не полные. Все пустые коробки выкиньте за борт. Либо продайте, сходите в магазины. Хорошо, как продать, объясни мне. Заходишь, тыкаешь на магазин, там слева будет такая кнопочка продать. И ну, купить, и продать. Так, сейчас попробую. Знаете, я еще ни разу этого не делал. Взял коробочку и поехали. Где тут гамазин? Я тебе еще как продам. А, вот тут есть. Вот тут. Дайте. Откройте дверь, пожалуйста. Ребята, как думаете? Как думаете, ребят, мы бы могли студно сепаратистов штурмом взять? Не надо. Нам оружие надо, и нам нужен офицер безопасности. Так. Скажем так, ему это говно и нафиг не упало. Он не хочет это покупать. Ну, мы их можем тут выкинуть. Погоди, мы покупаем новые уже в коробках? Когда мы покупаем патроны, они уже в коробках? По идее. Ну тогда выкидываем тут старые, пойдем. Все. К черту их. Им оставим. Да? Блин, ребят, я очень хотел бы посмотреть, что значит рейд судна сепаратистов. Я тоже хочу, но у нас нету оружия, у нас нету кого-то, кто шарит в оружии. Рисотрона этот, подплывем этот, дно подставим. На абордаж. По-моему, ты немножечко путаешь игру, это не Sea of Thieves. В чем проблема? Будет как в этом, как в Warframe. Вылетаем, ломаем, взрываем реактор и убегаем, пока все не сдохло. Инженерная атака? Короче, я покупаю бронежилеты. Давай. Ой, ребят, нет, серьезно. А их можно расфигачить пушками снаружи? Да, скорее всего. Да, давайте мы их просто разнесем к черту. Все, я покупаю форму спецназа. В любом военторге продается форма, так что все нормально. Подтверждаю. Музыкальное сопровождение временно недоступно. Клоун таскает боеприпасы. Даже его мобилизовали. Как там? Чмобики? Частично мобилизованы. Это... этим. Ща. Ну... У нас это так называется, когда говорят про людей с соседнего государства. Опа, боеприпасы даже полные есть, прикиньте. Крутяк. Ну, мы потом позапрошлый раз мы там закупили до черта всего, это было прикольно. Там должно быть 2-3 ящика полных точно. Мы пользуемся, но не столько... Один! Один?! Не, ну если считать разрывные, то один полный. Вот сколько в неполных? Там хотя бы больше 50%? Нет. Они все пустые? Вот ты ж зараза. Можно как-нибудь перепихивать боеприпасы в один короб? Если бы можно было. Кстати, это очень странно, потому что насколько игра реалистичная, насколько они тут любят это представлять все как... Короче, я так понял, нужно купить с боеприпасов? Ну, видимо, да. Ну, либо мы слишком тупые, чтобы сделать это. Там какая-нибудь лента хитрая, и мы не разбираемся. Погоди, прикинь, для этого нужно какое-нибудь там знание владения оружием. Высшее образование. Чего? Высшее образование по перепихиванию патронов. Ребят, я считаю, что мы должны сохраниться и пойти рейдом судно сепаратистов брать. Можно. Да. Да, давайте. Вот это будет реально интересно, я бы сходил. Это контент, это не продажа трупов, вот это реально контент. Скажем так, продажа трупов — это был разогрев. Да дайте мне уже пульт от ядерки. Мы ядерку, кстати, перевозить будем и сбрасывать. О-о-о. Ну это так, чтоб жизнь малиной не казалась. Погоди, это анонс там следующей серии? Да конечно. Спойлеры на 2024. Так. А кто лодочка подъехала? Короче, Фрум, я купил патронов для револьвера без револьвера. Я тебе свой револьвер отдам. У меня типа два, ты как ковбой?
У меня было два револьвера, но сейчас будет один. А, ну да. Захожу, короче, поднимаюсь, медицинская палата, стол, и тут тупо все стены в крови. Ну да. Да, ну чё. А почему тут... Ой-ой-ой. Не. Жесть, сектанты, конечно, выглядят. А полусектанты? Что думать насчет того, чтобы связаться с сектантами? Ну так. Ну я не знаю, где нам это подпортит репутацию. Если с Европой нам испортит репутацию. Ну прикиньте, у нас мы будем ходить как фанатики. Нам это нужно? Как они вообще выглядят? Хочу посмотреть. Давай, сходим, глянем. Куда хотят бежать? Мы купим... Подожди, сектанты... Короче, сейчас свожу вас. Сейчас, подождите, я очень хочу узнать, кто это вообще. Типа, что это церковь Хаска или кто это? Я просто понять не могу. Кто-то. Да, это церковь Хаска, да, это сина, эти фанатики. Надо, значит, трупного паразита яйца купить, чтобы репутацию с ними налаживать начать. Ладно. Так, я вас свожу сейчас. Вот, идите за мной. Просто наверх ползем до конца. А если я на станции проводку заруиню? Тебя побьют из башни. Вот такие мужики классные тут. А, ну Хаски, погоди. Я думал, они прям выглядят так. Тот Донован, Питер Уилли, Элтон Рофл. Ролф, но у них... в смысле. Блин, почему не Рофл? Это Рофлс. Так, его можно лечить. А, в смысле, они живые? Я думал, это трупы в холодильнике висят. Я подхожу, я думаю, это какие-то трупы в холодильнике. Это давай их анализировать, тыкать пальцем. Оно как пойдет. Так, я куплю яйца Велоценапса Каликса. А кто съест яйца Велоценапса Каликса, ну грустно будет вам. Я не буду, спасибо. Вкусно. Ну, меня вот, там еще а там лето изжога, валяется. Так что не, нифига. Какой омлет приготовил? Короче, у нас физраствор есть. Сейчас будем проводить фокусы на корабле. Я уверяю. У нас есть энергетик, да, есть этанол, есть... Почему? Короче, выберите с сигма, с форму, выберите цифру от 1 до 3. 2. Это сейчас зависит от... Ну, короче, вы сейчас выбираете судьбу нашего корабля. Тут 3 странных яйца. Скорее всего, я не знаю, что они делают, но... Все равно ставлю на 2, ну пофиг. Сигма? 3. Да, я такой же. Ну, второе, ну... Мясо какое-то, если честно, по виду. О, приятного аппетита! Приобрести 700 кредитов. Ну ладно, пофиг, на самом деле, у нас много денег. Почему у нас под медстанцией боеприпасы валяются? Чего, блин? Чем пустые? Тут валяется коробка с боеприпасами, гитара моя валяется. Кто там твою гитару кинул, я не знаю. Так. Сепаратистский весел. Это эти 4 черепа. 4 черепа это сложно. У нас до сих пор ранены на корабле, ну ладно. Пофиг. Рид будет хромать. Так, ребят, сейчас смотрите, мы идем в отсек, куда нам плюшки привезут. Мы сейчас будем снаряжение распихивать. Сигма будешь с гарпуном. Это куда? Вот. Там, где движок? Да. Петр в голову из гарпуна так вертелен. Ну вот и все. У-у-у, шопинг-карт. К сожалению, в прошлый раз, когда я его применял на людях, я не попал тебе в голову. Так, короче. Railgun Shell, так. Выбирайте, у нас есть форма медика, форма стрелка и форма спецназа. Блин. Я возьму себе форму медика, потому что она обладает дополнительными слотами. Окей. Выбирайте. Форма стрелка моя. Есть и форма... Я просто пускаю боеприпасы. Так, а ты что такое? А, это ты вот это вот яйцо, фу, блин, надо руки помыть. Какое яйцо? Боеприпасы. Ну, там,
ящики. Ну не яйцо, а инопланетная гадость. Дай, это мы будем этот продадим за много репы. Так, спящие... Так, репы? Вот, зачем нам репка? Суп сварить. Так, короче... Погодите, а что это так выглядит отвратительно? Настаиваю тебе вот это вот, одеть... А, нет, стоп, где Сигма. Так, тогда тебе вот это, на. Да стой ты на месте, на. Стою я на месте. Так, Сигма, тебе что-то вот это. Что-то из тебя выпало, погоди. Ганнер? Ну давай, Ганнер, фиг с ним. Только это... у меня хазмат... Ганнер, ну пофиг, пусть будет на смену. Так, стой, теперь стой, вернись. Ой, я вижу нашего этого Стейна. Смотри, сейчас я тебе дам кое-что. Так, это сюда. Это сюда. Вот это, на. И вот это. Бери. Так, одно взял, а что, где еще? Это пульки, вот снизу валяются пульки. Для я могу на них навестись. Ну, то есть тут два шкафа, у меня меня между шкафами носит. Metal Crate пустой, погоди. 8. Я их в шкаф положу. Во второй? Да, понял. 12. Патрон пол... револьвера. Одна штука. Застрелиться? Это мне. Блин, а че реально так мало патронов для револьвера? Ну, три барабана есть, и на том спасибо. У меня полтора. Ну, давайте поделюсь. Да ладно, насрать уже. Так, чё ещё хотел? Короче, несите сюда физраствор, я буду фокусы на юнити показывать. Я без понятия, у нас есть? У нас есть. Эх, понимаешь, чёрт, в чём блин. Дело-то? Погоди, а вот это что такое? Не, это кровь. У нас это есть кровь. Физраствор. Нет, жаль. У нас что-то меняется. Поехали бомбить людей. Странные мувы, блин. Ну короче, вот что я купил. Вот что мы за яйцо купили, гляньте. Зачем за яйцо? Кто взял его? Поймал за руку, типа. Он яйцо взял. Ну так забери у него. Отдай. Он его сейчас схавает, он коллега, он сейчас его схавает, чтобы вылечиться. И все нормально будет превратиться. Смотрите, какое яйцо классное я купил. Киндер? Конечно. Смотри, какое есть еще. Странное яйцо. Я это видел, его вот вообще не надо активировать. Так, ладно, все, поплыли отсюда. Поехали, ребят, у нас еще все-таки есть временные рамки, все, поэтому желательно бы попробовать кого-нибудь ушатать до того, как серия закончится. Чтобы еще реактор встал? После слов погнали или что? Да свет есть или что? Поехали. Капитан крикнул, поехали, и мы поплыли. Сейчас у меня током не жахнет, я нормально. Говнем, короче, высыпемся на этот... на корабль. И захватим. Суднем 4 стержня в реактор. И заварим дверь. А как мы катапультируемся оттуда? Так мы снаружи дверь заварим. А все это время нам никто не будет мешать, ты имеешь в виду? Ну, вы там подстреливаетесь, я вас верю. Надо до толку это делать, если мы будем отстреливаться. Видите, как прекрасно. Ну, то есть, вся фишка в том, чтобы там, я не знаю, вдруг простелсить до этого корабля. Но это ж не получится высадиться к ним, чтобы они это не узнали. А если мы перебьем экипаж, то нафиг нам его взрывать, да? Сейчас корабль будет, готовьтесь. Учитывая то, что мы сейчас собираемся разнести их из рельсы... Осторожно с рельсы, кстати. Где, внизу? А, прямо перед нами. Вижу. Я сейчас в них врежу. Бум! Попадание. Пушка. Я промазал рельсотроном по ней. Как крутой. Ты мог? Блин, пацаны, МБ на абордаж. Попал. Я не вижу. Ты хочешь на пушку поплыть? Немножечко. Да. Они в реактор целят, кстати. Они от нас уходят, пытаются. В смысле, куда это? Бум! Так, все, я побежал, сделал дыры. Сначала за скафандром. Сейчас они перегреются. А, мыло. А почему в скафандре нету чем дышать? Так, так. Да, как?
нормально, не тонем, не тонем. О, подождите. Этих гнидов поломали. В смысле? А ты тут откуда? Что там? Какое-то говно пытается к нам в шлюзы проникнуть. Патроны закончились, черт! Да они нас на абордаж берут. Вы же там? Или какие-то твари? Так я и говорю, что какое-то говно пытается к нам забраться. Пиявка! Блять, она орёт. Да. Бегите оттуда! Оно уже в шлюзовом! Я этот отсек заварю! Не спускайтесь вниз! Не спускайтесь! Здесь у них хп много! Оно залезло внутрь! Оно залезло внутрь, тварь! Отбивайся. Пытайся, по крайней мере, я не знаю. Ну, я парочку снял, но, блин, то, что успело залезть, оно залезло уже. Выпихни его наружу. А, блин, их уже двое внутри. Так, ладно, я бегу на помощь. Черт. Да там вроде пистолет есть. Ух, ё-моё, нафиг я сюда нырнул. Погоди, 8. И мы еще подбросим. Это вы убили. В нее. Ты только без скафандра туда не ползи. У него чуть хпшки осталось. Все, нормально. Попадание. Оно за тобой плывет. Я подстрелил его. Красава. Я грохнул эту тварь. Это что такое? О, останки водолаза. Доем потом. Офигеть, это огромное щупальце. Я не вижу, у меня давление прижимает. Сейчас, погоди, я немножечко отойду. У меня укусы. У меня что-то только нет. Кровотечение, укусы. Надо как-то откачать. Блин, я до скафандра не доберусь. Вот в чем проблема. Могу сейчас попытаться принести тебе его. О, вроде... Или слабость плавает. Не, погоди, вроде вода откачивается, нет? Сейчас. Ёпти, мёд. А у меня, вот у меня прям фигово со здоровьем. О, чёрта! Меня расстреляли. Кто, снизу? А да. Ты прям насмерть сдох? Ну, я не знаю, попробуй. Нет. Я могу сдаться. Нет, не надо, подожди. Я тоже посмотрю, подожду сверху. Мы приезжали какую-то тварь к их кораблю. Тихо, я тебя вытащу оттуда. Если что, меня потом с верхней палубы тоже... Фига себе, у нас людей не осталось, вы посмотрите. Меня пытаются вылечить кое-как. А, нормально, меня расплющило, все, я уехал. Блин, Фрум задолбал. Ну, а что поделать? Рваная рана, укусы, внутренняя травма. Я хоть посмотрю, что тут происходит. Мы их прижали к этой фигне, да? Так, ты пока полежи, никуда не выходи. Я посмотрю, что у них на корабле творится. А что на меня мертвая тварь кидается? Короче, смотрите, в чем прикол. Они на своем корабле просто тихонечко, спокойно ходят. Один сидит за пушкой и А, все, их начало топить. Они тонут. Мы их убили. Круто. Они тоже, правда. А я не уверен, что нам хватит. Они просто такие спокойно ходили, и бах, у них весь корабль заполнился водой. И такие, все, eliminated. Блин, ну поживи, ну юперный театр. Я говорю, ты дохнешь, что ну поживи. Так, у нас... Филлипс. Дохлый внизу валяется, Стейн дохлый внизу валяется. Я помер. Алонзо пытается со всех сил чинить. Значит, мы вместе с ними, конечно, ползем вниз. О, все, приплыли. Альваро находится за лодкой и пытается плыть за нами следом. А, если они сдохли, значит, мы можем отсюда выбраться. Да. Ну, теоретически, там, если вы все заварите... А у вас же, вам потом дадут возможность спасательный челнок же, да? У меня... так, где он же спал? Я подожду. Короче, я могу заспавниться с... заплатить своим опытом. Не надо. Или можно заспавниться в следующем раунде. Ну, заспавните в следующем раунде.
Ну, у вас вода уже пошла откачиваться. Боты вроде залатались немножечко. Я подшпагнал двери заделывать. На верхнем этаже разорвано все. Жаль. Так что ты не получится залатать. Слышишь, Слак, а попробуй потом к ним на корабль сплавать и спирить у них что-нибудь. Да я сейчас их корабль разберу, ты чё? Все, ребят, у нас уже полторы палубы нормальные, мы потихонечку выкачиваемся. Я говорю, все будет в порядке. Наверное. Ну я потом электронику починю, так что быть. Да придется нам чинить. У них по кораблю лазит наш водолаз, пытается там что-то сделать, я не знаю, может найти что-то чинить. Пойду проведу реактор. Давай. Ну, на самом деле, это было весело, несмотря на то, что так закончилось. Я просто не ожидал тварей, наверное. Мне понравилось. Ага. Да. А я пошел чинить, и меня, короче, из пушки зажали. Вообще, спасибо, блин. Короче, я морфины куплю, чтобы в следующий раз просто Сигму наркотой накачать, чтобы он хотя бы выжил. Нам реактор надо завести. Я задохнулся, если что. Так, если бы ты задохнулся, потому что ты этот... Потому что у меня легкие разорваны, да. Ну да. Надо было морфия накачать тебя. Фишка в том, что у меня не было костюма. Я пошел, потому что застрелил одну тварь, пострелял по другой, но потом у меня было просто уже столько ранений, а я не мог спуститься к аптечке, и поэтому отъехал. О! Я электричество дал. Крутяк. Камера Баласа цела. Камера Баласа. Что это будет? Меня током ударило. Звучало, как будто кто-то в туалет сходил. Этот... А, у них реактор погас. Угу. Да. Неудивительно, в принципе, с такими повреждениями. Так нет, в том-то и дело, что он, оказывается, очень долго продержался, потому что у них очень долго светло было. А где вообще у них реактор? Ну, вроде как сзади. Они же наоборот к нам стоят. О, чувак сознание теряет, круто. У него баллонов нету. У него жизнь заканчивается. Все, у вас еще минус один, еще один утонул. Выдохнулся. Так куча же баллонов на корабле, я не понимаю. Он не мог на корабль попасть из-за того, что шлюз забит? Валентин не меня. Скорее всего, да. О боже, как все плохо. Пойди этого бедолагу вытащи обратно. А где он? Внизу, ты возле эвакуатора, слева, снаружи. А, снаружи? Через нижний ты не выползешь, через нижний ты не выползешь. А куда, а как я выползу к нему-то? Верхний. Через верхний. А он нам нужен? Он жив вообще? Ну, он, типа, у него жизни нет, но он живой, его можно откачать. Он еще числится у нас, он живым. Отдыхает, да, показывает. А я не могу выползти, да? У нас один выход, о чем? Ну, верхний и нижний, в смысле? Через верхний не можешь? Верхний — это для стыковки. Он не открывается во время? Нет. А, ну, очень жаль. Упс. Ага. Ну, тогда да. О, все протечки устранены, норм. Ау. Сейчас вода качается, вы сможете всплыть и забрать бедолагу. Немножечко хотя бы всплыть надо, капелечку. Наша главная цель — это вражескую подлодку облутать и продать. Прикиньте, от этого ее оттащить. О, чувак очнулся, он пытается... А, нет. Это его просто течением тянет. Он помер. Он помер, да, все, теперь уже бедолагу. А че надо костюм пойти забрать. Не тянуло. Костюм, да, костюмы обязательно надо красные позабирать. Не столько стоили, вы че? Задохнуться, вот серьезно, он не мог у них на корабле отлутать баллон. Вон у них целая стойка с этими баллонами, 20 с чем-то штук. Офигеть, это печально. Или он к ним тоже не смог попасть? А уже внутрь не мог подплыть. Я же говорю, он к ним тоже не мог попасть, но что никто же выходы заманили. О, это настолько тупо, блин, знаете. Ты все это не перекинешь. Ладно, иди утай. Да, пофиг. Остальной команды покинем. Попробуй хотя бы запустить реактор, чтобы хоть чуть-чуть оно работало. Фиг с ним. Реактор-то работает.
Что нам тогда нужно, чтобы двигаться? Иди забери этот костюм у него и все. Ну освещения по ловке нету, в смысле, реактор работает, а почему освещение... А, движок надо завести. Я, кстати, Слага почему-то не слышу. А он без микрофона сидит. Да. Я сам с собой разговариваю. Классно. Крутой. Приятный собеседник. О! Трупов нашел, отлично. А, ну трупы у нас на корабле останутся. Да это, кстати, наши. О, мы их можем продать? Ну, трупы, да. Надо бы новую команду купить. Эти педалаги. Не в лучшем состоянии. Ну, я выплыл. Ага, отплывай. А, тут настолько сквозные дыры. Да, там можно просто... В общем... О, там костюм здесь полетел, смотри. Слева от тебя, там он снаружи корпуса, за нашим рецептоном валяется наш чувак, который задохнулся. Его костюм забери. Вот, подплываешь к нему. Это, кстати, походу выстрелы из рельсотрона были, с такими сквозными дырами. Ага. Слак, там случайно не задыхаешься? Это не я. Да либо у меня костюм сбоит. Ну, чувак, у нас чувак стоит, ничего не делает. Дай ему распоряжение чем-то заняться. Пусть чинит что-то, пусть что-то делает. Ой, что я сделал? Я тот костюм взял, этот надел за место этого. Без кислорода, который... Ну поменяй баллоны, это же не проблема. Бедолага медленно уходит на дно. Ага. Его съело дно! Ну, а мы вражеский корабль лутать будем? Ну да, костюм закинь на место, иди лутай все. Вот это печально, что один. Давайте, может, соспавнимся, не? Ну, да, там справится. Очки баллонов потерять. Много. Да сначала я бы хотел корабль починить, на самом деле. Не утонет. Скажи, чтобы этот бедолага чинился, ходил. У этих тоже костюмы позабирай под тобой, которые. Они вроде в трупы должны. Они потом в яге этот, в сумке для трупов будут. А, ну хорошо. То есть они никуда не денутся. Но если они каким-то образом трупы у нас не заспавнятся, то я их выдам через консоль. Потому что это баг. Если они не заспавнятся в мешке для трупов, то это баг. Угу. Где этот там? Да? Ну, тут прум без ног валяется, конечно. Здорово. Привет, да. Ног не чувствуешь, да? Легкое онемение и покалывание. Так, помощник. Управление. Пусть чинит электрику, если могёт. Руками, но сможет, я в него верю. Пусть там, я не знаю, пойдет. О, у него даже есть чем. Отлично. Молодец. Нафиг он маску напялил. Офигеть, он начал чинить, электричество вырубилось. Хорошего электрика просто так не найти. Нет, ну ладно, он чинит, его током вроде не бьет, он на здоровье. Стержень заранее заменил, чтобы ему жизнь мед малиной казалась. Малиновая жизнь. Так, ну раз уж насос... А это он генераторы кислорода, да, чинит? Понятия не имею, что он там чинит, на самом деле. Минуточку, а получается, что мы заспавнимся, когда мы пристыкуемся, так? Да. Хорошо, все, отлично. Пойдем. Можешь пока серию стопнуть? Не, а посмотреть, как мы лутаться будем. Думаешь, они поверят? Что, ну мне интересно. Правда, там темно, если бы можно было бы у них еще врубить генератор какой-нибудь. Могу. Давай, все равно у них стержни. Хотя эти же стержни можно было бы нам забрать. У меня фонарик просто есть, как бы. Пихни туда 4 стержня, чисто по приколу. Не-не-не, это при отплытии. О, как у них стержни тут лежит. Забирай, забирай все, это дорого. На базу. А что ты их уроняешь-то? Взял бы у меня сумку, у меня там сумка наверху была. У меня сумка тоже есть. У меня тоже есть сумка, если что. Хорошо. Она забита просто. Опа, подождите, а это полу... А нет, это пусть... Ох, ёберный театр, луба. Забирай патроны, забирай стержни, забирай все это. Ладно, ребят, давайте, на самом деле, мы тогда сейчас нажмем на паузу, когда все это немножечко определится, вернемся. Так, ребятушки, спустя некое время, я думаю, сколько мы... Минут 40 лутались тут? Полчаса, что-то такое? 30. Не знаю.
А вот наша подлодка доведена до того состояния, что можно, в принципе, на ней двигаться. Чужая подлодка полностью залутана. Тут было очень много чего интересного. Были улучшенные кислородные баллоны, патроны, просто обычные баллоны, обычные стержни. Куча всего. Что-то я упустил, ребят, дополните. Кислотная граната хорошего качества. Куча боеприпасов, подводные ружья. Один патрон для дробовика. У нас было 65 ампул. Так, ладно. И, собственно, почему мы сейчас включились, а не на блокпосту? Потому что мы собираемся рвануть эту подлодку. Теракт! Чего, блин? Теракт. А, не-не-не, теракт это... Погоди. Слово террор это запугивание. Если ты совершаешь теракт, это для того, чтобы кого-то запугать. Кого вы тут запугать собрались, блин? Так, надо... Вернуться. Надо уходить отсюда. И рыб. Давай, давай, давай. Ой, сейчас будет весело. Ты главное отплыви еще отсюда. Успей отплыть, пока оно не фигакнуло. Быстрее бы. Быстрее бы, да-да-да-да-да. Я не знаю, сколько времени у них займет на то, чтобы оно перегрелось. Уже и не посмотреть. А слаг это как в анимешке Эхо Террора. Он своими терактами никого не собирается убивать. Тогда это не теракты. Да-да, это все, что... У них включился свет. Надо валить. Ты смотрел их от террора, не? Не. У них включился свет, у них лодка ожила. Давай, давай, вали, вали, вали. Я пока понаблюдаю за этой лодкой. Ходу! Поднимается. По связи, блин. Как думаешь, как долго у них будет реактор перегреваться? Сколько ты стержней туда впихал? 4. Так, ну пока что это выглядит многообещающе. То, что они завелись, то, что у них это... Так, ладно. А где мы, кстати, новый экипаж наймем? Я куплю. Можно купить людей? У нас тут работорговля есть? Процветает. Погоди, а как узнать, что у них что-то не так? Рванут. То есть предварительно ничего до этого не произойдет? Нет. Не должно быть. Так, у них часть света потухла. Но мы тебе скажем, если разорвется. Ну я а смотрю. Ты там уже на записи посмотришь. Я наблюдаю за лодкой. Я просто там очень сильно прочность реактора убывает. Просто что бывает? Убывает прочность реактора. Он может просто сломаться, там заглохнуть. Но если заглохнет, мы это увидим. Свет полностью потухнет. А так свет потух частично. Оп, стоп, пойди. Реактор потух. Нет, не по. Что-то. Реактор не потух, свет тухнет. Свет тухнет. Но не везде. В четырех комнатах он еще горит, просто. В это, в комнате проводка с реактором. Проводка сдохла. Угу. Еще две комнаты еще перегорели. Раз. Ой, ну это из-за перенапряжения. Он все комнаты перегорели. Ой, у нас электричество на подлодке вырубило. Не опускайся назад! Не опускайся назад! Так, ну реактор, пока он светится зеленым, он работает, да? Ну да. Значит, он работает. Да и аварийное освещение все же есть. А, я думаю, чего мы так плохо плывем? Действительно, у нас двигатель сломан. Мы не плывем. Нормально. Крум, ты даже видишь, как оно ползет назад куда-то? Наша? Потихоньку. Нет, их. Нет. Она медленно ползет куда-то. Я сейчас смотрю по... Нет, я смотрю сейчас по ландшафту дна. Посмотри, вот спереди... Там камушек такой торчит, вот поэтому можно сравнить, что... Не, у меня оно ползет куда-то. А чё, взрыв когда? Да ждём. Это чё? Быстрее на меня! Ёма. Чё происходит? Я расскажу, сиди у их. Я сижу, смотрю за их лодкой, да, чё происходит, рассказывайте. Там какая-то турбогнида. Никого не вижу, просто рыб обычный. Тебя жжёт! Если ты сейчас сдохнешь после всего этого, я не знаю, что ты уронил. Это штурмовой червь? Какой штурмовой червь нафиг? Тут такая кибергнида! Она может целиком захватить подводку. Там такой заглот усплавает. Я пытаюсь сейчас догнать нашу... Флаг, если сейчас летишь вперед, то сможешь уйти, он уходит от тебя. Повернул. Я его не вижу. Тебе жопа. Видишь, стайка рыб такая? Офигеть! Вот эта фигня! Не это не стайка! Это глаза! Это... Я просто... Не рыба, это...
Ой-ой-ой. Тентакли. Это не те тентакли, которые мы до этого видели, когда гнали за этой фигурой? Это не те, о которых я говорил. А вы знаете... посмотри на ее харю. А вы знаете, что это за тентакли? Оно прицепилось? Нет. Оно прицепилось. Оно сейчас собирается. Оно стыкуется с тобой. Нет, не трогай мою жопу. Он сейчас просто откусит отсек с реактором и этими двигателями, и все, и ты пойдешь дальше. Оно прицепилось. Нет. Фига не его чем-то. Короче, это. Оно тащит тебя вниз. Это зараженный аванпост, это говнище, я отсюда не выберусь уже. Оно меня съест. Оно меня съест полностью. А фига оно его таскает. Фига не по нему из рельсы. Риу, из рельсы по нему долбани. Оно отцепилось, вниз уходит. Надо всплывать. Резко, ходу. Я посмотрю, что пока стоит лодка. Оно развернулось. Оно плывет к тебе. Их еще не рвануло, кстати. Черт. Но реактор работает. Потянул вниз, смотри. Ну что же вы делаете? Тут и тут интересно, и там интересно. Чего вы как это вот... Так, сейчас. Попадание. Я поплыл к подлодке с реактором. Ты всплываешь, нет? Ребят, можете, пожалуйста, давать инфу, что это за кибергниды? Тебе идет, снизу. Тебе, ты сейчас врежешься. Ты сейчас врежешься нафиг! На, у меня БС включен, баротравма, раз. Все нормально, Фрум, следи за тем, что происходит там, я тебе потом запись просто на почту скину. Хорошо, договорились. Если вдруг рванет, то запись у нас будет вот здесь внизу. Если там ничего не случилось. Где эта тварь, Фрум? Сейчас, нету пока что. Снизу идет! Давай! Относительно рельсотрон. Попадание! Есть, красиво. Ой, у тебя с каждым попаданием weapon прокачивается на один, прикинь? Круто! Снарядов нету. Заряжай, там на стойке еще два есть. Где? Нету. Ты все уже со стойки тоже выфигачил? Да. Черт, это обидно. По нему все? Да. Нет, мы стреляли еще по этим чертям. Оно идет снизу на 7-8. Попадает. Отстань от моей подлодки, гнида! Он пытается тебе рельсотрон откусить. Гниль поганая! Стой, оно пока ушло, всплывай! Идет к тебе. Нет, не идет. Нет, она... не идет. Шохана. Потолок. Черт! Если я выплыву из этой дыры, пожалуйста. Эта турбогниль должна сгнить на этом дне. Нам далеко до аванпоста? 500 метров. Было 1500. Нормально. Идет за тобой. Далеко. Я всплываю все равно. Давай. Держи пушку. Жесть. На 7-8. Жесть, ребята на аванпосту офигеют, когда к ним такую тварь притащат. 6-7 внизу. Не догоняет, погоди. Не догоняет, отлично. Мы вышли. Спереди, на 4-5. Догоняет. 4-5, чел. Держи 4-5. Идет быстро к тебе. Прицепилась. Отлупи язык ему. Где мы вообще? Стреляй по языку, стреляй. А, все. Отцепилась. Куда мы заплыли? Я не знаю. Реактор работает, но взрываться не собирается. Я понял. Он сейчас сожрет 4 стержня и заглохнет. Это печаль. Читай, этот реактор проурчал у них. Да? Да. Хотя, возможно, окружающая вода его неплохо так охлаждает. Скажи ему, скажи боту чинить не электрику, пусть чинит пробоины. Так. Тише. Сверху тебя обходит, сзади, сверху. Я ничего сделать пока не могу. Я понимаю, просто говорю, где он. Прицепился. Но... пробоины залатать нужно, к сожалению. Все протечки устранены, пишет чел. Гаси его верхней пушкой! Не могу, я реактор починить должен. Понял. Электричество нет. Понял. Ну блин, так просто главное. Отпугнул бы его, он сейчас наделает новых дырок сверху сделал. Так, ладно, пусть чел занимается, я реактор починил. Это что за... Господи, ну хотя бы не громовой черт. Рю,
Штормовой червь страшнее. Я первый раз тут гниду нормально. Я тоже первый. Вот вам новый биом, да. Блин. Это что за выстрелы? Кто стреляет? А, это не стрельба, это мы жопой скользим по камню, понятно. Искры идут такие, что это так. Минус одна протечка, отлично. Вторую убери, вот там уже. Да. Это он орёт, но взрывать не собирается. А, да, мы опять прям конкретно на дно упали, мы туда же сейчас упадем. Я вижу, да, да. Ты сейчас мимо пролетишь уже. Я сейчас чекайте, мы сейчас, короче, рядом проплывать будем, у них еще реактор взорвется. Я тебе больше скажу, не мимо проплывать, нас сейчас туда же закинет, и посмотри, мы по траектории вниз идем. Ты за ними. Тут просто уже реально недалеко, слушай, чел. А! Оно тут! Верю. Где? Ушло вверх, ушло вверх. Вот этой задней пушкой только вверх. Оно что-то пощупало и ушло вверх. Не трать. Почему мы не всплываем? Почему так? Идет сверху, 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 задняя пушка, прямо на тебя. Бегу, бегу, бегу. На, тварь! Сколько у него жизней? Я смотрю, за него кровь так хорошо течет. За все время четверть столько сняли. О! Уже это из рельсотрона тоже. Да. Оно, кстати, хилится. А, обалдеть. Надо его заманить к этой фигне и взорвать вместе с атомным реактором. Надо взорваться вместе с ним. Так, ну ты поднимаешься вверх, осторожно, ты сейчас ударишься. Понимаю. Идет. Я таскаю патроны просто, к сожалению. Бля, он этой лодочке просто в пинг-понг играет. Крутой. Вам вообще летим. Ну только что плыли вверх, пока он нас не долбанул. Я думаю, эта миссия закончится смертью. Не надо, нам надо это вытащить. Ты чё? Как он знает, что мы здесь? Радар. Нет. Включай сонар. Сонар выключен. Давно. Да? Я его даже не могу включить. Мы просто падаем, мы просто не можем. Нет, ну всплыть. Только что ж мы плыли наверх, только что было все нормально. Просто у нас очень сильная кинетическая сила вниз, и в моторном отсеке все водой залито. Обалденно. Мотор, наверное, надо чинить. Мотор надо чинить, он искрит, он вообще не работает. Круто. Одевай в КС. Когда уже сжахнет самый реактор. Постоянно что-то урчит, там пикает. Когда уже наш реактор жахнет? Для этого нам не хватает пики, поэтому все нормально. Мы застрахованы от взрыва реактора. Вот, движок заработал. Неконтролируемое падение остановилось. Ладно, я наткнулся на пост с анекдотом, так что разрядим немного обстановку. Пирлес попросил полбуханки. На заводе УАЗа знатно удивились. Ну, правильно. Все, чел, давай, полный ход на аванпост. Пока он отстал от нас, пока у тебя все работает. Иди. Может, оно уйдет? Так я говорю, вроде отстал. А что мы ему вообще сделали, откуда оно взялось здесь? Мы его обидели еще, когда вниз падали. Мы прошли через его территорию. Потому что я слышал, что вы там что-то орали. Нет, вперед, ты сейчас обратно пахнешься мотором, он опять заглохнет. Я не могу, я здесь вообще, не я здесь управляю всем. А кто? Оно само. Я только, я просто пытаюсь сделать так, чтобы я хотя бы плыть мог. Напиши там в поисковой строке, а это удирать от чудища. Сколько метров? 1400. Что это было? Или привет! Тварь, ты сутулая!
Какой бред. Какое же оно огромное. Чел пишет, что он теряет много крови. Круто. Да он сдох, он сдох, все. Не, ребят, мы это не вывезем. Вот теперь, скорее всего, ГГшка, потому что некому тебе как и чинить. Флаг продержись хотя бы до взрыва их реактора. Ну или до его отключения, я не знаю. Я еще наш взорву. Не, это надо делать, когда... Когда он тут. Эта тварь сдохнет от радиации. Так если он ей питается? Я сейчас Чернобыль устрою. Стой, мы прошли. Да, вы рядом легли. Просто здрасте. А вот да наша надо. Лодка вперед едет, если что. А, круто, если он не всплывет, он протаранит их лодку. Не, остановился. Я сейчас такое учижу. Их можно увидеть на одном экране. То есть это всплывание, удирание, все. И в конце концов, да. Взрыв. Чекайте нашу подлодку, то сейчас весело будет. Я не могу попасть, потому что еще один. А чем ты убился? Я взорвал реактор. Черт. Так, сопротивление бессмысленно, мне ачивочка приехала. Ладно, ребят, тогда на этом будем заканчивать серию. В общем, хоть она и закончилась на такой ноте, но в принципе было довольно много чего посмотреть. Посмотрим в следующей серии, что мы будем делать, и пойдем ли мы обратно. Пойдем мы обратно на этот лодку? Да, естественно, пойдем. Естественно, пойдем. Короче, вот вам небольшой анонсик. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодцы. Включай сонар. И всем пока. До связи.